Но дело в том, что ведь в твоих текстах в 70-х, ну, я вот и про марионетки говорю, прочее, очень многие ведь видели то, чего там, возможно, и не было. Нет, возможно, там это и было, потому что вообще я писал и пишу о том, что мне нравится, что мне не нравится. Знаешь, гораздо интереснее писать о том, что тебе не нравится. Может быть, это легче, кстати. И это само получается. Это не значит, ну-ка я сейчас напишу про наше плохое правительство. Да, да упаси Господь. Просто рядом с тобой происходит какая-то история, которая тебя, как нормального человека, бесит. И это реакция на нее. Вот и все. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».